22 января прошла открытая сессия Совета Новодмитриевского сельского поселения. В ней приняли участие глава Северского района Адам Джерим и его заместители, депутаты и общественность. Главной повесткой дня стал отчет исполняющего обязанности главы поселения Артема Кузьминского о проделанной работе за 2020 год и планах на следующий. Благоустройство санитарного порядка. Вопросы благоустройства территории населенных пунктов Новодмитриевского сельского поселения Северского района стали приоритетными в 2020 году. С марта месяца активно проводятся работы по уборке территории поселения. В течение весеннего летнего периода регулярно проводятся покосовые растения. Велась побелка деревьев, производилась покраска дорожных бордюров. Квартальным была выдана краска для проведения текущего ремонта детских площадок. Основными направлениями работ в прошлом году стали благоустройство улиц поселения, ремонт и грейдирование дорог, водоснабжение. Также на регулярной основе наводили санитарный порядок. На встрече жители могли задать волнующие их вопросы главе муниципалитета. Особо их интересовал вопрос бесперебойной подачи электроэнергии и воды, ремонт дорог. Все замечания внесены в протокол для дальнейшего решения.